Возвращаясь к чадику, у вас в школе был против чадик, а у брата? Я тоже чадик. То есть вы два чадика были? Ну, мы, да, общались на переменке постоянно, поэтому. Я точно помню второй класс, и кличку дал мне класс чадик, и я помню, очень, очень сильно переживал по этому поводу, мне не нравилось. Мне почему-то казалось, это ругательство какое-то, ругательское слово, чадик. А все-таки вот год это фактически не разница, но в школе это на самом деле целый опыт. Огромная, да. Каждый класс это просто целая отдельная жизнь. После каникул все приходят, прям целую жизнь прожили. Вы в школе крышевали брата? Был какой-то период, в какой-то момент я вырос на голову, и Леша затормозился. То есть был такой период вот такой. Леша был как-то маленький. А по поводу крышевать нет. Я помню четвертый класс. Все-таки Солнцево там. Да, третий был класс, Леша был во втором. Про то, что творилось на переменах, я уже рассказывал. Было очень много случаев, когда его подлавливали в углу и там избивали, там или что-то. Он говорил, сейчас придет старший брат, говорит, и вам тут всем. Приходил я такой же шкет, нам обоим. Это я точно помню. Со слезами, с соплями, с портфелем идем домой. Оба получили. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».